В ситуационном информационном центре ЕГЭ кипит работа. Наблюдатели следят за тем, чтобы на экзаменах не возникло нарушений. Часть наблюдателей работают в центре, некоторые следят удаленно. В этот раз самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Его сдают более 11 800 выпускников Самарской области. Организовано 80 пунктов проведения госэкзамена. Сам центр функционирует в регионе с 2017 года, и основная цель его создания – это, конечно же, объективность проведения единого государственного экзамена по всем предметам. Мы, конечно, желаем всем нашим ребятам, участникам единого государственного экзамена сегодня успехов. Мы надеемся, что хорошее настроение сегодня и на всех последующих экзаменах, оно поможет именно получению высоких баллов. В дни проведения ЕГЭ в ситуационном центре идет сбор и анализ информации для выявления признаков возникновения нарушений и подготовки материалов с целью оперативного принятия управленческих решений. В роли наблюдателей выступают студенты Поволжского государственного колледжа. К каждому экзамену для своих наблюдателей я составляю отдельное задание для каждого. Загружаю его на портал «Смотри ЕГЭ», поэтому, соответственно, утром, когда наблюдатель получает задание, он просто нажимает кнопочку «Выбрать задание», и портал ему отдает то, что ему назначено. Все наблюдатели перед этим прошли обучение. Задача – заметить и предотвратить нарушения как со стороны сдающих экзамен, так и со стороны организаторов. Ну, есть разные виды нарушений. Вот. И в случае, допустим, если выпускник с кем-то хочет посоветоваться рядышком, то мы обозначаем то, что это нарушение такого вот типа вида. В случае, если телефон, то мы нажимаем на кнопочку, то что попытка списать с телефона. Организатор на пункте экзамена не должен допускать, чтобы к нему подходил выпускник во время экзамена. Нельзя выпускать, допустим, однополых, двух девочек из аудитории или двух мальчиков, чтобы они вместе выходили в одно время. Если же, например, выпускнику необходимо выйти из аудитории, руководитель на данном пункте должен подойти на место решения работы выпускника, проверить, все ли кимы на месте, и сделать соответствующую отметку. Если наблюдатель заподозрил нарушение, его должны зафиксировать. Оно должно быть четко видно и сфотографировано камерой. Потом данная фотография может быть использована как доказательство при оспаривании решения в суде. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров. События.